Ребята, всем доброе утро. Обратите внимание, крупная сосна. Просто, ребят, шикарнейший лесок. Вот показываю вам почву. Мох. Зелененький мох. И уже вижу грибы. Первую поляну грибов нашел. Поехали. Тут такой маленький какой-то уже он. Непонятный. Ну ладно, идем дальше. Опа, вот хороший. Этот хороший. Закапываем. Обязательно закапываем ямки. Пожалуйста, прошу всех. Так, второй. Вот третий. Вот третий. Я там уже, конечно, нашел несколько штук. Не снимал вам видео. Думаю, если будет много попадаться, то сниму. Так, в лесу приятно, ребят, никого нету, тишина. Дятел он где-то там ветку бьет. Так, идем дальше. А вот еще хорошенький какой, смотрите. Опа. Опа. Блин, тут что-то им как бы или влаги не хватает, или бы... Ну как-то суховато все-таки, хотя и дождей было много. Как-то суховато все равно. Так, идем дальше, вон еще. Вот еще, ребят. Опа. Опа. Молодые, как бы, но уже такие суховатые почему-то. Хотя и мох здесь, и жары у нас нету. Холодно было всегда. Не знаю. Так. Ну, сейчас посмотрим. Начало уже, ребят, есть. Начало положено. Очередной красавчик. Смотрите, какой, ребят. Вот это красивый грибок уже. Опа. Класс. Очередных, ребят, два красавца. Опа. Опа, ух, хороший какой, крепенький уже такой, ну, красавчик, один, и вот рядышком поменьше уже, но тоже красивый второй, опа, вот такой, берем, перешел на такую открытую поляну, уже рослая сосна стоит. И вот в сосне, гляньте, какой стоит обормот. Опа, опа, ух, хорошенький, хорошенький, ребят, смотрите, чистенький, сосновый. Ну, это не сосновый, это обычный белый, но уже попадаются в сосне, в чистой. Так что можно проверять и сосну. Отошел, ребят, 10 метров. И рядышком еще стоит один. Опа. Молодой. Расцвет какой хороший у него. Шикарный просто расцвет. А вон еще, смотрите. Не один. Видите, не один все-таки. Все-таки не один, ребят. Вот. Такой, такая неровность. Разные ветки тут упавшие лежат. И на этой неровности он стоит. Опа. На этой неровности. Оп-оп-оп, тоже хороший уже чувствую. Чувствую, ребят, хорошенький. Красавчик. Ай, красавчик. Два. Два. Так, а ну может что-то еще есть? Что-то может еще есть? Давайте глянем. Вот там я два штуки нашел. Думаю, перейду в кустарники. Тут такие кустарнички. Ландыш растет. Заметил одного плохого уже грибочка. И дальше
целая поляна просмотрелась. Я не знаю, ребят, что им здесь не хватает. Вот смотрите, вот, вот уже плохой гриб. Потом вот уже сгнил. Вот тоже вроде бы хороший молодой. Хороший молодой. Ножка уже полностью трухлявая. Непонятно, что им здесь не хватает. Вот, смотрите какой. Опа, вот это хороший. Вот это хороший, смотрите какой. Прикрываем, обязательно прикрываем мох. О, этот хорошенький. Идем дальше, ребят. Сейчас покажу, там два должно быть вообще просто красивых. Просто красавца должно быть два. Так. Давайте смотреть. Вот один, а не, блин, один, вот видите, уже сгнил полностью. Ёшкин ты кот. Ну, второй хоть должен нормальный быть. Смотрим второй. О, второй хороший. Опа. Второй, ребят, хороший. О, беленький. И твердый. То есть, грубо говоря, из пяти грибов только два гриба взял. Из пяти взял только два. Сейчас покажу вам, ребят, красоту. Вот один нашел. Вот небольшой, маленький второй. А дальше там просто капец. Смотрите. Идем, идем. Идем, идем. И какие стоят три обормота. Вон один, а вон второй. А вот третий. Класс. Ух. Красавцы какие. Даже там еще есть он один. Опа. Опа. Ух ты. Вот это хорошее, действительно. Вот это действительно. Действительно хорошее. Вот это вообще песня просто. Гляньте на него. Сказка. Опа. Хорошенький. Белюсенький. Так. Идем дальше. И здесь тоже. Такая грибничка, короче говоря. Сколько? 6 грибочков, да? 6 штучек. Ну, это так, только в одном месте. Сейчас еще посмотрю, как бы. Уже вот такая вот красота имеется, ребят. Вы посмотрите, что я нашел в этих елках. Вы посмотрите, что я нашел. Да это же боровик сосновый собственной персоной. Ух, вот он. Вот он, ребятки. Класс. А рядышком он стоят два рыжика. О, какие. Даже не два, тут их больше. Три, как минимум. О, красавцы какие. Рыжушка стоит. Раз, два. И вот третий на горизонте. Шикарный гриб, царский. Первой категории гриб. Очень вкусный в жареном виде. И в соленом, и в жареном. Так, а вот еще, смотрите, вот при... Ну, его не видно вот так вот, но тут он точно есть. Видите, вот горбочек. Оп, раскрываем. Есть такое дело. Так. Такая нога у него уже здоровенная. Но что меня порадовало, вот еще стоит. Маленький, вот видите, вот еще. Опа, есть такое дело. Ну, что меня порадовало больше всего, так это вот этот красавец. Такие грибочки собирать, ребят, это вам не хухры-мухры. Поэтому есть надежда, что мы их сегодня найдем еще. Ребят, довольный просто как слон, как слоняра. В лесу никого нету, можно кричать. Вообще грибников нету. От слова совсем. Я переехал в другой лес уже. Думаю, посмотрю все-таки. Ну, знаете как? Пойду ва-банк, как говорится. Эти обычные белые грибы можно еще насобирать там. Ну, ведро еще насобирал бы. Но думаю, поеду, посмотрю, как мои боровики. Именно сосновые боровики. Приехал, вот одного уже нашел, вам показал. Думал, ну, может, случайность. Ребят, нет, не случайность. Они все-таки есть.
Фух, у меня, честно говоря, ребят, я как увидел, в этом еще году я не видел боровиков. У меня аж дух перехватило, вы смотрите. Просто посмотрите. У меня реально перехватило дух. Вот он, царь грибов. Вот он, ребят, царь грибов. Сейчас, секундочку. Опа. Оп, 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 ямку прикрываем. Красавчик. Какая у него расцветка, вы посмотрите. Вот это песня. Ах, класс. Ну, если мне таких удастся найти хотя бы десяток, я буду уже счастлив. Продолжаем, ребят, поиск. Вот, ребят, совсем малыш. Только проклюнулся. Тоже боровичок. Оп. Опа. Класс, такой бочонок вообще. Целый год, ребята, я их ждал. Целый год. Вот только начали появляться. Класс. Массово, конечно, их пока нету. Но будем надеяться. Ребят, будем надеяться. Рядышком с боровиком попалась небольшая полянка лисичек. Сестричек. Сейчас покажу. Так. Такие уже, конечно, они подсушенные. Влаги явно не хватает им здесь. О, вот. Вот. Бам. Подсушенная немножко. Блин, влаги, сколько было дождей, ребят, сколько было дождей. И влаги все равно не хватает. Да. Печаль, беда, конечно. Печаль, беда. О, хорошенькая какая. Ну, я знаю, где можно лисичку набрать. Здесь есть места у меня. И под лисичку, и под сестричку. Просто думаю, изначально боровик посмотрю, но потом в планах обычный белый глянуть и рыжик. А лисичку я уже не знаю, буду смотреть. Друзья, надо ее вам снимать, не надо. Пишите в комментариях, кто любит лисичку. Потому как думаю, что особо желающих мало смотреть. Визуального какого-то интереса, я думаю, она вам не представляет. Да, она вкусная, но визуальный вид, как бы, то есть ничего, ну, ничего интересного. Поэтому я обычно ее не снимаю так. Собираю ее без камеры, да и все. О, все, ну вот такая вот небольшая полянка, возьмем. Попадаются, ребят, рыжики и обычные белые. Я уже вам их не снимаю. Ну, думаю, покажу просто, чтобы что попадается. Вот такие вот, чуть больше, чуть меньше. В мху и в большой сосне. Вот, вот такие. Ба-бам! Вот такие красавчики. О, как были утром. А вот еще, ребят, много поменял я леса уже. Но все же попадаются в основном только вот такие. И там еще рыжиков собрал, потом покажу вам. О, небольшие, молодые, сосновые. Вот в таком хожу бору. Идем дальше. Идем дальше, дальше, ребятки. Вот я. Три. Здесь. Опа. Вот четыре. Четыре. Идем дальше. Ура. А вот пять. Смотрите, какая рябничка хорошая. Вот пять. Идем дальше. Вот какой-то бугорочек. Ох, хороший, хороший. 6. Вот маленький. Маленький 7. Смотрите, 7. Прикрываем, дальше идем. Вот 8. 8. Так вот под бугорочками стоят. А вот, ребят, смотрите, 10 и 11 рядышком стоят. Вот рядышком какие красавцы стоят. Опа. О,
один. Вернее, не один, а 11. Так, идем дальше. Этот вообще просто прелесть. Просто прелесть. Опа. 12. Ну, пока не вижу. Может, еще есть? Сейчас посмотрю, но пока 12 штук с одного места. Ребят, вы посмотрите, какая красота. Тишина. Дятлы там добывают себе еду. Короче говоря, грибников нету. Красотишь, красотища. Ходишь спокойненько. Лес как в парке. Просто как в парке, смотрите. Такие сосны уже рослые. Мох. И вот такие обормотики попадаются. Класс. Класс. И там еще есть. Как бы не сильно много, ребят. Не сильно много. Но тем не менее попадаются регулярно. Все же имеется. Зато ходить приятно. Ходишь себе, смотрите, вообще красота. Никого нет. Просто красота. Ребят, смотрите, общий улов. Вот таких вот боровичков все-таки пару штук, не пару, несколько штук только удалось найти. Рыжики, лисички в приловой. Ну, в основном обычный белый гриб, ребят. Вот как можете видеть, обычный беляк. А то уже еду, блин, забыл вам записать концовочку. Но сегодня неплохо, не правда ли, получилось? Грибалка, я остался сегодня доволен. Разнообразие грибов сегодня меня порадовало. Поэтому пальцы вверх, кто на канал не подписан, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую мою грибную охоту. Все, ребят, с вами был Евгений Лагуткин. Всем удачи и пока. До новых встреч.